Доброго времени суток, дамы и господа. Ну что ж, сегодня мы затестим такую вот махину. Президентский Кадиллак, лимузин. Посмотрите только вот на мой лимузин справа. Помните, да? Насколько эта дура огромная. Просто огроменная. Эта хреновина есть только у губернатора, насколько мне известно. И он мне присылал видеоролики, как он с РПГ стрелял там раз 5 или 7. Короче, этот лимузин не взрывался. Стрелял в него. Короче, дамы и господа, это танк. Нет, ну вы только посмотрите, мой лимузин просто такой маленький. Кажется, это раньше он казался таким огромным. И реально, по сравнению вот с этой дурой, просто насколько он огромный. This is some crazy shit. Короче, да, пипец. Он просто здоровенный. Мой лимузин кажется максимально крошечным. Плюс мой лимузин не бронированный, он взорвался от каждой кочки. А этот с броней. Пули непробиваемые колеса, стекла, держит хреново кучу выстрелов с РПГ. Но, по крайней мере, так это было показано мне в редакторе. И сегодня, дамы и господа, мы проверим эту хреновину в реальных условиях. Так ли это на самом деле? Настолько ли эта штука имбовая? Блин, внутри, кстати, прикольно. Тут все открывается, закрывается, какие-то подсветки есть. Помещается тут явно больше людей, чем в мою машинку. Ну и в целом выглядит он солиднее, гораздо солиднее. Все-таки президентская тачка, пуля непробиваемая. Так, давайте придумаем, какие нам создать сегодня ситуации. Ух ты, зеркала там убираются, закрываются, прикольно. Я думаю, что мы сейчас попробуем для начала спровоцировать небольшую полицейскую погоню. Посмотрим, как долго мы сможем на этой махине продержаться. Ну и потом попробуем поехать на восток и организовать какую-нибудь перестрелочку. Посмотрим, настолько ли этот танк действительно крепкий. Я понимаю, что в редакторе одно, но на деле это все совсем другое. Что ж, погнали. Приехали мы, короче, в Кавало. Так, давайте искать полицию для начала. Опа. Что это было? Кстати, знакомый голос. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Наверняка он с пушкой. Возможно, он по мне даже постреляет. Так. Кто это на Кадиллак едет, ковали? Это царь едет. Серьезно? Бля, лови. Император. Так. Бля, где такую машину взять? Тс, а ну, бля, ничего. Пошла жара, заинтересовались. Так, я ничего не говорю, если что, я молчу в игре. Опа! Так стреляй, я жду, не дождусь! Так, ладно, походу мы его уже сломали. Ладно, продолжаем искать полицию. Так, народ, я нашел сотрудников полицейского департамента. Тут уже катаюсь продолжительное время за их тачкой. Думаю, что они уже заподозрили что-то неладное. Вызывают подкрепление и все тому подобное. Так, жду не дождусь, когда начнется что-то наподобие погони. Что-то сдают назад. Так, видимо, да, это мне. Ну что ж, наконец-то пошла жара. Посмотрим, на что способна эта штука в реальных условиях, в реальной погоне. Не в плане маневренности, а если в меня кто-то будет врезаться, стрелять. Я надеюсь, что полиция сейчас сильно разозлится. Постараемся от них уезжать. Так, через город. Ну, кстати, пока что нормально, вроде держимся, поворачивает тачка, кстати, получше моей, разгон у нее побольше. На самом деле, из-за того, что она... Ой, ёпта! Из-за того, что она такая более длинная, блин, конечно, тут по этим узким улочкам особо не покатаешься. Ну, чё, они там тащатся, нет? Чё-то как-то пока вяло все это у нас идет. Блин, куда они делись, я не понимаю. Опа. 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 Так, наконец-то. Ага. Слышу выстрелы по колесам. С пулемета, причем какого-то. И мне ни хрена не сделали. Так, пока что хорошо, интересно. Хорошо по мне прошлись. А это кто такой? Не могу развернуть камеру. Ну да, это танк, дамы и господа. Это танк. Так, не зачет. Танк бы так не взорвался.
По-любому. Ваше последнее слово. Принесите бутылок. Нет. Да. Братан, я не могу. Да черт. Попить, я тебе отвечаю. Дай воды. Так, отойди, у меня тут... Тихо, тихо. У меня тут... Вызовите медика. У меня тут сюрприз для них, да, отойди. Нахуя вы игнорируете? Стой, отойди. Так, у меня тут петарда для них. Подожди, отойди, не подходи. Так, опа. Нормально. Не туда-то, не иди туда, не надо. Сейчас мы сделаем звонок. Звонок сейчас, подожди, сделаем. Так, ну если... Если что, это не мы, это какой-то третий чувак сделал. Да. Сейчас да. Они придут, подожди. Тихо, мы ни при чем. Мы никого не знаем. Опа-опа. Руки поднимаем. Тихо-тихо-тихо. Ау! Входим на открытую поверхность. Поднимаем ручки. Кисть. Получай! Гранаты, блин, нормально положили, там полдепартамента. Фу. Вот так вот. Так, немного повеселились мы в тюрьме, снова на свободе, снова в этом бронированном, супер непробиваемом лимузине президента. Едем, короче, на восток искать более лютых стрелков, людей, чтобы протестировать этот лимузин, как говорится, не в редакторе, а в реальных условиях. Надеюсь, по мне начнут стрелять, не будем подчиняться. Посмотрим, не взорвемся ли мы и останемся ли мы, в общем, в живых. Так, опа, тачка стояла какая-то слева. Походу, это та тачка, которую мы видели какое-то время в Ковале. Опа, еще что-то подъезжает. Пошел нахер! Так. Блин, это тот же чувак, только на другой тачке. Вот черт. Сдаваться? Нет. Стреляют? Я не понял. Как это работает? Чувак присылал мне видосы, где он стреляет в лобовое стекло лимузина с пулемета, и он не пробивается. Меня сняли с какой-то пукалки. Какого черта вообще? Так, второй раз не зачет. Второй раз какая-то лажа, дамы и господа. Не стойте на месте. Так, дамы и господа, дубль 3. Едем все глубже на восток. За мной привязался какой-то вертолет. По мне даже пару раз стреляли с воздуха. Я решил притормозить, посмотреть. Может так они лучше попадут по мне, нет? Вижу, там стрелок какой-то торчит. Ну что ж, давай садись уже. Покажи мне, насколько ты мужик. Я в танке. По крайней мере, производитель Кадиллаков так утверждает. Так, что у тебя там за оружие? Ты с чем? Что у тебя? Так, окружаю, смотрите. Хитрое. Так. И? О! Чуть-чуть пытаются сделать. Нормально. Так, ну что-то как-то вяло. Не знаю, куда они стреляли, правда, но... Изначально звуков разбитого стекла я не слышал, так что, видимо, просто по корпусу. Ну... Будь я в том лимузине, конечно, бы меня уже вынесли. Так что пока что нормально. Так, они снова сели в вертолет, продолжаю уезжать все дальше на восток. По мне так хорошо уже зажимают, кстати. Прям так серьезно. Очень хорошо попадали по мне, вот сейчас даже попадают. Кто сдался? В смысле? Кто вышел, сдался? Я не понял. Вышел. Саня. Саня, это ты? Ой, это же губернатор мне звонит. Походу... Подожди, походу это он в вертолете. Что происходит вообще? Не понимаю, как так? Как это вообще происходит? Что это такое? Какого черта ты на востоке? Так, они где-то там летают. Вообще, у меня вид или нет, я не понимаю, я вроде спрятался от них. Ну, нормально меня так отработали. А это еще кто? Так, вы тоже вооружены, надеюсь? Ну-ка. Так, попробуем вас подразнить. На тачке президента. О, еще один, шикарно. Я прям по адресу приехал, здорово. Так, парни, я тут провожу эксперимент. Надеюсь, вы начнете по мне стрелять. Да, вот так, еще. Че там мимонта? Какая-то херня, блин, хочет, чтобы я остановился. Нет, давайте, остановите меня. Так. Блин, а как они стреляют? Они же в машине. А, они могут из машины стрелять? Нифига себе, вон там чувак высунулся. Так. Ой, ёб, блин!
Ну, в общем, блин, слушайте, тачка, конечно, урон хорошо держит, но врезаться на ней точно не стоит. Это прям стопудец. Что тебе надо, Болтус? У меня твои два колеса, тебе не нужны колеса от Кадиллака? В смысле, два моих колеса. Ну, подойдут, я думаю, к Кадиллаку твоему. Координаты свои дай. Я в военном положении, они хотят отобрать мои колеса. Как ты добрался в военное положение с полу? Можно вопрос? За мной ехало полгорода, хотели отобрать колеса. Ты ебанутый? Колеса взорвались. А у меня осталось только два. Что мне с ними делать? Какие ваши требования? Я не знаю. Вам колеса не нужны для Кадиллака? Нужны, мне нужны колеса. Приезжайте в военное положение, вас не будут убивать, честное слово. Точно? Да точно, я договорюсь сейчас со всеми. На переговоры прилетайте, приезжайте прямо сюда, в центр военного положения. Ага. Ага. Знаешь, что я тебе хочу сказать на это? Ага. Пошел нахуй. О, нет! Ну вот как-то так, дамы и господа. Такие у нас небольшие сегодня тесты президентского лимузина. Ну, как по мне, огнестрельные, конечно, хорошо держат попадание. Вот, правда, первый раз, когда по нам зажали, я не понял, как нас так быстро вынесли, с какой вообще зенитки они там стреляли. Но в целом, конечно, получше моего лимузина, но я бы не сказал, что прямо имба. То есть, пистолетные выстрелы и там СМГ он, конечно, выдержит, но стоит чуть-чуть куда-то въехать и бабах. Короче, дамы и господа, катайтесь на танках. Спасибо, что посмотрели. Всем хорошего настроения. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи. Всем пока.